Ура! Солнце! Ну и, конечно же, хорошему настроению! Ура! Ну-ка, встали все! Сегодня отмечаем самый лучший день в году. Веселимся и играем с детским центром. И заплутали! Какой праздник отмечают дети? Мое самое главное искреннее желание в душе, чтобы по мгновению волшебной палочки уходили все невзгоды. Чтобы все получалось, цели достигались, чтобы в семье была гармония, любовь, уют, чтобы дети искренне улыбались, были здоровыми и веселились. Всех с праздником! Давайте супер обнимашки, все обнимаемся вместе! Давайте, давайте, давайте! Молодцы! Из вас пожелать счастливого, радостного, безмятежного и доброго детства. Нашей главной задачей, приоритетной, является ваше здоровье, ваши права, ваше гармоничное и всестороннее развитие. Но больше всего, дорогие друзья, я знаю, что самые теплые эмоции и добрые слова, любовь и внимание вы получаете дома, в вашей крепкой, дружной семье. Есть прекрасное стихотворение Эдуарда Осадова. Я очень хочу, чтобы вы его прочитали на летних каникулах, а я только начну. Так уж устроено у людей, хотите вы, не хотите ли, но родители любят больше своих детей, чуть больше, чем дети своих родителей. Читайте сами дальше. Всех поздравляю. Спасибо. Так как являюсь мамой двоих деток, одна из которых посещает центр УЧРУ, хочу сказать, что это лучшая образовательная платформа, которая включает в себя высококвалифицированный педагогический состав, отличные уютные кабинеты, просторные, светлые, которые оснащены новой современной мебелью и техникой. Не могу не отметить удобное месторасположение центра УЧРУ. И, конечно же, за инновационный подход к образованию и за наших мотивированных детей. Всем спасибо, приходите! Россия – это мы! Это ты и я! Как тебя зовут? Кира? Сколько тебе лет? Россия была, Россия.
Россия была, Россия есть, Россия была. Сегодня праздник состоялся благодаря коллективной работе Министерства экономического развития Ставропольского края, администрации промышленного района города Ставрополя, детского центра «Учи.ру», наших замечательных партнеров «Крайсберг» и «Замороженка», которые любезно согласились детям предоставить угощение. Спасибо за сегодняшний день, спасибо за мирное небо, за прекрасное настроение. Спасибо!